Сегодня в Пекине из-за коронавируса закрылись все учебные заведения, включая детские сады. В городе с населением в 21 миллион человек за неделю выявили ковид у 150 жителей. Тем не менее, власти ужесточают карантин. Порядка 30 заболевших из 150 – это школьники и студенты. Когда они смогут вернуться за парты, власти города пока не сообщают. Неизвестно также, смогут ли учащиеся заниматься дистанционно. Тем временем, жители столицы спешат закупить впрок продукты и предметы гигиены. Не исключено, что Пекину вслед за Шанхаем грозит жесткий локдаун. Всего же карантин ввели в 27 городах Китая. Ограничения коснулись 165 миллионов человек. То, что сейчас происходит в Шанхае, ужасно. Надеюсь, Пекина это не коснется. Но я запаслась продуктами на случай, если придется сидеть дома.